на территории Испании. То есть те евреи, которые крестились, им это решилось неплохо. Те евреи, которые не захотели креститься, покинули территорию Испании. Но были такие евреи, которые крестились, как говорится, для отвода глаз, а втайне исповедовали иудаизм. И потом против таких евреев начинаются горения во времена Великой Инквизиции. Да, то уже позже Великая Инквизиция, в 12 веке. Так вот, сюда в Жерону евреи пришли в 890 году. Тогда никто не знал, что это были евреи. То есть была группа людей, было 27 человек. Они говорили на никому непонятном языке. Они каким-то образом, непонятно откуда они пришли, кто они были, тоже никто не знал, но вот они каким-то образом попросили для себя пристанище. И поделили эту часть, которую они назвали Эль-Каэль.